Всем привет, всем привет. Вот я захотел, короче, пожарить себе яичницу. И вот, жарю яичницу из домашних яиц. Вот, и я хочу, знаете, как это, пожарить не глазунью, как я обычно жарю, а хочу перемешать их. Вот мне что-то как-то в последнее время понравилось вот так перемешанные яйца. Не очень вкусные. Перемешаем, друзья, с вами. Перемешаем, перемешаем. Перемешаем яички. Яички. Вот, друзья. Так вот, перемешаем. Мешаем, мешаем, мешаем. Вообще обалденно, друзья. Яичница из домашних яиц — это вообще супер. Посолю, друзья. Сейчас, секундочку. Соли нормально, как бы, ну все, но я чуть-чуть люблю подсаливать немножко, так совсем слегка, но не сильно, чтобы тоже не пересолить, потому что пересоленное невкусное. А вот так в меру, вот так чуть-чуть, все нормально, просто отлично.
вся яичница очень вкусна. Такая нежная вообще. Нежнейшая. Яйца, это мне отец привозит из деревни. Вот домашнее молоко я покупаю. Женщина торгует там молоком, сметаной, творогом. Привозит к нам в город из деревни. Я вот стараюсь вот такое все домашнее покупать. Я наелся, очень вкусно тут. Это была яичница из 5 яиц. Очень сытно, вкусно, но правда хлебушка не хватало. С хлебушком оно вкуснее. Но я забыл купить, поэтому пришлось без хлеба есть. Вот, ну ладно, друзья, спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока.